Многоуровневый маркетинг – это бизнес свободного предпринимательства. Каждый работает сам на себя, строит свою собственную организацию, строит свою сеть по продвижению товаров и услуг. В современных условиях нестабильности и такой экономической турбулентности это самый современный и прогрессивный способ ведения бизнеса. Самый живучий. Все эти кризисы, все потрясения не разрушили ни одну сетевую компанию. На сегодняшний день построить сеть и продвигать товары и услуги от человека к человеку, напрямую от производителя к потребителю. Самый выгодный способ, который убирает все издержки и позволяет выживать и работать в условиях современной нестабильности. Поскольку многоуровневый маркетинг – это бизнес свободного предпринимательства, соответственно, каждый участник этой системы может самостоятельно устанавливать свой рабочий график. Он может сам определять, когда и сколько он будет работать. То есть ты можешь работать столько, сколько считаешь нужным. Можешь работать тогда, когда ты считаешь нужным, потому что это бизнес самостоятельного предпринимательства. Это еще и командный бизнес. И в этом очень большая сила многоуровневого маркетинга, потому что работая командой, достигается эффект синергии. Результаты гораздо выше и развитие серьезнее. Более того, когда человек входит в сетевой бизнес, он получает сразу готовое предприятие. Ему нужно только строить свои сети, выстраивать свои структуры. Не нужно организовывать свою бухгалтерию, не нужно организовывать свои склады. Это уже все есть. Головная компания предоставляет возможность вести бухгалтерию, решать юридические споры, вести юридические сопровождения, организовывать всю административную деятельность. Задача бизнесмена, который вступает в сетевой бизнес, заниматься только продажами. Более того, головная компания всегда организует и обучение. А если в этой компании есть своя собственная образовательная академия, тогда это вообще самая лучшая компания. На сегодняшний день в сетевой индустрии задействовано порядка 100 миллионов человек, которые занимаются этим профессионально. И недаром сетевую индустрию называют бизнесом 21 века. Она дает возможность зарабатывать деньги. Это социально значимая индустрия. На сегодняшний день именно в сетевой индустрии вас ждет потрясающая перспектива. Не нужен большой стартовый капитал. Совсем небольшие инвестиции в начале этого бизнеса дают потрясающие возможности неограниченных доходов. Многие люди боятся заниматься сетевым бизнесом. Они боятся потерять старую работу. Нет необходимости сразу бросать все. Любой человек может заняться этим параллельно со своей основной работой. И только после того, как он увидит результат и увидит постоянный, стабильный, нарастающий доход, только после этого он может задуматься о том, чтобы принять решение, чем им заниматься. Когда у человека появился доход, тогда он уже может взвесить, куда ему отдать свои силы, где он зарабатывает больше, где он получает больше удовлетворения. Еще один плюс многоуровневого маркетинга в том, что человек получает признание. Любой ребенок любит, когда его похвалят. Но когда человек выходит на сцену в многотысячной аудитории, и его отмечают и говорят ему о том, что он лучший, а что нам еще дает возможность расти? Все знают, что людьми управляют две страсти. Первое – это деньги, а второе – это признание. Еще никто не доказал, что важнее. Многие люди для того, чтобы получить признание, получить известность, они вкладывают свои деньги, работают ради признания. Но в сетевом маркетинге ты получаешь и признание, и ты получаешь деньги, и ты получаешь свободное время, при том, что ты можешь заниматься этим параллельно со своей основной работой. И только потом ты можешь принимать решения. И в этом колоссальное преимущество сетевой индустрии.